В селах Лениногорского района проходят масштабные работы по установке новых плафонов на столбах уличного освещения. Работы стартовали с улиц поселка Ленингор. Жители длительное время передвигались по слабо освещенным улицам, а в некоторых местах освещения и вовсе не было. Монтаж новых осветительных приборов производят сотрудники жилищно-коммунального хозяйства района по поручению главы районной администрации Муртаза Валиева. Всего районной администрации было закуплено 120 светодиодных плафонов. В деле приступили мы к освещению Лениногорского района. Мы его будем освещать полностью. Тиногарский район, там же Орчосан, Абрев, Зукатыхау. Здесь то же самое, весь поселок Лениногорский, Мосабрун, все Баабол. Мы все будем делать в освещении, потому что, правда, здесь очень темно, люди жалуются. По сравнению с прежними, новые электросберегающие лампочки позволят сократить расходы на уличное освещение, отметили в ЖКХ администрации Лениногорского района. Благодаря администрации Лениногорского района мы сейчас занимаемся этим, чтобы сделать освещение. 120 плафонов мы закупили в этом году, но это, конечно, недостаточно. В течение максимум еще 5 дней все будет установлено. Проблема уличного освещения остро стоит в большинстве сельских поселений района. Теперь жители сел рады тому, что передвигаться в ночное время суток станет безопаснее и комфортнее. Работы по установке наружного освещения в позапрошлом году стартовали по Тиногарскому региону. Однако полностью завершить работы не получилось, поэтому они будут продолжены в этом году. Анжела Кукоева, Геннадий Мамитов, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня.